Настя Муравленко. Женская сборная по волейболу завоевала серебро на соревнованиях в рамках летних игр «Газпромнефти». Традиционные состязания с участием команд, представляющих подразделения холдинга, проходили в Сочи. За первенство в волейболе боролись 6 женских сборных. Борьба была серьезнейшая. В финале волейболистки из Муравленко встретились с командой дирекции региональных продаж из Санкт-Петербурга. Серебро на самом деле с отблеском золота, можно так назвать, потому что первое место заняла команда «Газпромнефть ДРП». Там играют профессиональные игроки, ну, с уровнем, высоким уровнем, которые когда-то в свое время занимались. То есть там кандидаты мастера спорта, и с ними, в принципе, очень тяжело конкурировать, но дали бой. Лучшей нападающей турнира признана капитан нашей сборной Анна Сечина. Девушка играет в волейбол уже 18 лет, является неоднократным призером и победителем окружных и всероссийских соревнований в составе сборной «Газпромнефть Муравленко». Мы настраивались на эту победу, мы настраивались не меньше 2 места. В связи с прошлыми играми, когда я ездила на усиление в город Сочи с городом Томском, я уже примерно знала, какие команды будут. Вот. И мы взяли усиление с 2 городов. Это с города Томска девочку взяли и с Хантаса. Мы взяли девочку. Как усиление? Они нам очень помогли. Следующая встреча сильнейших спортсменов и подразделений дочерних предприятий «Газпромнефти» традиционно пройдет на зиму.